Работа в молодежных объединениях дает молодым людям большой опыт, независимо от того, чем они будут заниматься в будущем. Политикой, наукой, творчеством. Чемпионат рабочих профессий набирает обороты. На базах Чебоксарского электромеханического колледжа и механико-технологического техникума прошли испытания по трем компетенциям. Новые задания, новые испытания. Как с ними справляются участники в нашем материале. Сейчас будем подключать оборудование, которое находится в другом фирменном здании, да, то есть, например, там, в центральном офисе. Аналогичным образом подключаем наш маршрутизатор к коммутатору для того, чтобы опять обеспечить доступ ПК уже в другом филиале. Участники в направлении сетевое и системное администрирование настраивают удаленную работу и подключают все компьютеры к единой сети. Маршрутизаторы, коммутаторы, кабели. Все максимально приближено к реальным условиям. Накануне ребята собирали железо. В компетенции соревнуются 5 участников. Все студенты чебоксарских и новочебоксарских учебных заведений. Никита Ильин уже побеждал в республиканском этапе на прошлом чемпионате. В этот раз решил превзойти свой успех. То здесь реальное железо, реальное оборудование ЦИСКа, которое достаточно дорогостоящее и которое достаточно сложно. Поэтому при работе с таким оборудованием получаешь некий опыт, который потом может пригодиться. Веб-дизайн – молодое направление чемпионата. Соревнования проводят всего во второй раз. Ребята выполняют 3 вида модулей, разрабатывают дизайн сайта, занимаются версткой и программированием. Участники уже создали информационный интернет-портал для молодежи «Мы студенты». В принципе, мне пока было не очень сложно, но тут очень много работы. 5 участников, 5 проектов. Все задания рассчитаны на универсалов. Экспертному совету предстоит выбрать лучших из лучших уже сегодня. В чистом виде веб-дизайнеры нас не интересуют. Нам нужны специалисты универсальные. И область информационных технологий, она такая, что постоянно развивается, и специалист должен быть довольно-таки коммуникабельным, развитым, постоянно самосовершенствоваться. Чебоксарский механико-технологический техникум принимает соревнования впервые. Новая площадка – новая компетенция. В программу чемпионата вошла одна из самых творческих специализаций – графический дизайн. Ее сразу же заняли девушки. В конкурсе нет ни одного парня. Участницы разрабатывают фирменный стиль Союза строителей Чувашии. Я выбираю по своему вкусу, смотрю, как цвета сочетаются, как гармонично смотрится картинка с рядом с текстом. Основные цвета я взяла желтый и красный, потому что они являются нашими символическими цветами. Одно из условий заданий – использовать в цветовых решениях всего 2 цвета. Логотип, визитки, буклеты, фирменные бланки – все в единой концепции. Рекламный бренд компании создается от и до, начиная со шрифтов и заканчивая футболками. Ну, подготовка ребят, безусловно, хорошая. Ну, можно сразу сказать, что нет предела совершенства. Тем более, они только начинают. И вот этот конкурс World of Skills, является одним из этапов совершенствования их мастерства. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.